Так только же гуляли. Сколько можно? Люся, ты что? Ты так станешь гулящая какая-то собака, Хвостомаховна. Только тебе и гулять. Там солнышко зашло. Будем по темноте лазить. Да? Как вот против этих глаз можно устоять? Ну, пошли. Пошли, ладно. Уломала. Пошли. Эти глаза напротив калейдоскоп огня. Сиди. Ты ж легла. Я сказала сидеть. Ну, давай. Потихонечку. Люся. Вот и свела судьба. Вот и свела. Что так темно, как ночью? Капец. Хорита, у нас что там? Свеч? Что ли? Пошли посмотрим. Ой, кажется, снег опять пошел. Блин, куда ж мы с тобой пойдем? Смотри, какой снег валит. Град. Иди сюда. Иди сюда ко мне. Ко мне. Позвала тебя. Чего ты сразу не идешь? Женщина собачья. Смотри, какой там этот. Смотри. Смотри, какой там град. Куда мы пойдем? Весь подоконник в градинах. Ты видишь? Смотрите, мои любимые. Я не знаю, как идти так. Харите пофиг. Она готова. Я нет. Привет, мои любимые. Добрый. Прекрасный. Блин, ключ не свой взяла. Добрый, прекрасный день или вечер. И телефон мне взяла, чтобы посмотреть, что сейчас день или вечер. Мне мужик в магазине сказал. А я говорю, какое число, мужчина? Он говорит, 7-е. Как можно не знать число? Вот, а я пришла домой, поделилась с подругой, она как раз ко мне зашла. А она говорит, так а что ты не знала? В психиатрической лечебнице первое, что спрашивают, это как вас зовут? А в какой стране вы живете? Какое сегодня число, год, месяц? И так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, понятно. А, говорит, если ты выбита вот из этих вот чисел, времени, еще чего-то, значит, тебе нужно проверить. Вот. А другая девочка говорит, Ириш, ты очень закрытый человек. Про меня, представляете? Ты... такая... жесткая там или что-то. Даже в своем... в каком-то живом учении ты учишь настоящим вещам, но настолько жестко и грубо ты разбиваешь человеческие сердца. Но без этого вот невозможно вылечить кого-то, если ты как хирург не сделаешь прежде всего больно, не сделаешь разрез, не сделаешь операцию. Вот. А насчет того, что там ты бесчувственная, насчет бесчувственности, так это ты так видишь. И многих осознанных людей все считают бесчувственными, но это их субъективное видение и мнение вот тех, которые считают, которые счетоводы. А на самом деле эти просветленные и осознанные люди, они... Я не причисляю себя ни к ним, ни к кому, я все. Я и то, и это, и вот сейчас наблюдаю свой ум, а сейчас уже нет. Вот. И вот те, которые осознанные и которых все видят, бесчувственный, какой бесчувственный человек, этот упал, а он там тра-та-та, что-то не прыгнул к нему, или там, ну не знаю даже, как это все, какой пример привести.
А они чувственные еще больше. У них еще утонченнее восприятие и чувства, и сострадание, и все остальное. Просто эти, которые щитоводы, они этого не видят. Блин, за секунду, смотрите, все белым-бело навалило. Как вот мы пойдем с Харитой? И я тут стою с вами.